детские рецепты. Программка на неделю и на день в таком формате. Что происходит? Да, спасибо. Возьми один, изучим. Протокол ковида можно здесь вот так тоже. Снесли и заново построили. Тут бэйби-клуб. Вот мы с вами зашли, здесь ресепшн, вот бэйби-клуб. Закрытый. По идее, от 3 до 30, от 6 месяцев до 3 лет деток мы оставляем здесь. Комнатка для сна, комнатка для игр. Здесь это все есть. То есть на данный момент из-за ковида не оставляем, а в обычное время, в обычном сезоне оставляем детей здесь, под присмотром няни. Вот. Далее, здесь у нас мастерские, мы сейчас пройдем, посмотрим. Аквапарк работает без каких-либо изменений. Амфитеатр, здесь у нас проводятся интерактивные детские шоу-программы и мини-дискотеки. Уже активно, уже проводятся. А данный корпус, вот начиная вот отсюда, это территория, где можно уже оставлять ребенка. То есть это полностью family club. А здесь уже kids club. То есть оставляем вот напротив здания, вы видите, сюда заходите. Здесь ресепшн, детей записываем, оставляем, и они уже вот тут вот бегают по территории под присмотром аниматора. Вот. То есть здесь время проводим с родителями, а здесь уже отдельно. А здесь у нас этот корпус открывается с 1 августа, вот напротив, да. Здесь у нас два кинотеатра больших наверху. Есть мастерская керамики, мастерская научная, они там ставят разные опыты. Кулинария, где они учатся готовить вместе с шеф-поваром. Вот это очень хорошо. Это ферма, да, детская ферма. Если они выращивают огурцы, помидоры, то есть так, достаточно интересное занятие. Здесь у нас кемпинг, лагерь. То есть здесь можно остаться на ночь. Естественно, малышей не берем. Начиная уже от приблизительно 10-11 лет можно оставлять ребенка на ночь. В течение вечера. А? Ну, типа бойскауты на ночь. Да, да, да. То есть здесь такие палатки стоят, они ночуют в палатках. И во время, то есть вечера там есть телескоп, смотрят на звезды и так далее. То есть такой-то вот интересный формат, необычный формат. Есть детский парк, веревочный парк, также все работает. Вот, то есть единственное, что вот это пока еще нет, с 1 августа. Есть отдельный Teenage Club. Teenage Club начинается уже от 12 до 17 лет. Здесь дети учатся управлять диджей-пультом. То есть у них там есть свой диджей-пульт, они устраивают дискотеки. Ну как бы, конечно, это все family club считается. Бар, отдельный бар для подростков, они там заказывают себе разные коктейли. Также есть отдельная зона для PlayStation, Xbox и так далее. То есть здесь у них своя отдельная территория. Для подростков это также немаловажно, потому что здесь они время проводить не будут, а здесь у них свой отдельный клуб. А мини-клуб работает до 12 ночи. То есть как бы они здесь могут устраивать себе дискотеки. А детский ресторан открывается с 1 августа, начиная 650 мест для детей. То есть социальная дистанция также все соблюдается. А дом мороженого и вафли, пикни-серия для детей, шоколадная мастерская и отдельный зал с караоке. Также с родителями можно проводить время, петь песни и так далее. Отдельная спортивная площадка, где детьми занимаются спортом. Также это все, что есть на территории. Да, 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 да. Вот это все, что есть на территории. Пойдем посмотреть мастерские. Есть доктор. У детей отдельный офис доктора здесь. Там ушиб, поцарапался и так далее. Все обрабатывается, это бесплатно. Есть уже серьезное заболевание по страховке. Балета, гимнастики. Здесь получается. Видите? Даже каждая девочка, я уверена, хоть на какое-то мгновение мечтает стать балериной, да? Есть такая возможность. То есть здесь учат, как стоять, гимнастики, балет. Все вечером детки потом показывают во время шоу-программ, во время интерактивных шоу-программ. Вот, так что в таком формате профессионально оборудовано. Все также наши тренера, естественно, с педагогическим образованием. Вот.
Леголенд. Ну это практически Леголенд. Закрыто. Не беда. Это не Леголенд. Это у нас программистика и кодирование. Ага. Смотрите, немножко видно просветить. В центре у нас много-много лего лежит. Да. Ребенок из этого собирает, допустим, машинку, да, собрал. Она поедет. Смастерил машинку. В этой машинке есть чип, да-да, который подсоединяется к компьютеру. А за компьютером ребенка обучают программистике, то есть там детская прям программа такая разноцветная. А ребенок там кодирует, программирует, как он хочет, чтобы эта машинка ехала, горела разными огоньками и так далее. То есть он просто программирует, потом нажимает ОК, и его машинка едет. То есть он сам мастерит себе, можно сказать, игрушку. А это очень интересно, то есть ребенок здесь попадает на целый день. Мастерская, музыкальная. Здесь они учатся играть на инструментах, профессиональные инструменты. Сначала обучение идет, нот, музыки и так далее. Далее уже они играют. Так же профессиональные педагоги работают в каждом нашем мастерской. Это студия. Мольберты. Художественная мастерская. Да. Здесь у нас сначала идет обучение. Сначала идет обучение, как и надо рисовать, потом сочетание цветов и так далее, и потом уже дети вот создают такие шедевры. Класс. Мастерская Юни Стойлер мы ее называем. Здесь они мастерят из дерева разные игрушки, фигурки и так далее. И все оборудование полностью безопасно. Здесь руку порезать, ну, ни в коем случае невозможно. Можем посмотреть. Hello. Находится. Да. Там дом мороженое, ресторан. Горки, которые большие открыты. Да, конечно. А у них отдельно.